В седьмом туре испанской премьеры сыграны все матчи. Их результаты на вашем экране. 29 сентября голевую феерию устроили Сельта и Жирона 3-3. 4 гола зрители увидели в этой игре еще в первом тайме. 30-го Депортиво побеждает во второй игре в сезоне, одолев Хетафе 2-1. Севилья после поражения от мадридского Атлетика 2-0 сама выиграла у Малаги с таким же счетом. Малага проиграла уже 6-ю игру в чемпионате, она последняя в таблице. Леванте уступает Алавесу 0-2, который впервые за 5 игр победил. Леганес остановил трехматчевую победную серию Атлетика в Ла Лиге. Здесь ничья 0-0, причем матрасники больше владели мячом – 61%. 1 октября голевую феерию устроили Реал Сосьедад и Бетис. Трудно вспомнить, когда еще была такая ничья 4-4. По 4 гола зрители увидели в каждом из таймов. Вот бы каждый футбольный матч был таким. Реал, кстати, в 4 последних играх набрал всего лишь 1 очко. А вот у Бетиса полный порядок, 3 победы и теперь ничья. Барселона при пустых трибунах обыграла Лас Пальмас. Этот матч мог быть отменен, но Лига пригрозила каталонцам техническим поражением, и эта игра все-таки состоялась. Подробнее про это смотрите и слушайте в другом ролике под названием «Что ждет Барселону». Бускетс и дважды отметился Месси 3-0. 7-я победа Барселоны в чемпионате подряд. В следующем туре, если все будет хорошо, Барселона в центральной встрече сыграет с Атлетико в Мадриде 14 октября. Вильяреал также крупненько 3-0 обыгрывает Эйбар. Хитрик оформил в этом матче Бакамбу. 3-ю игру к ряду проигрывает Эйбар с общим счетом уже 1-13. Валенсия вела в счете 2-0, расслабилась, но все-таки выиграла 3-2 у Атлетика. Летучие мыши не проиграли еще ни разу за 7 туров. И Реал в мадридско-каталонском противостоянии 2-0 переиграл Эспаньол. Дважды отметился Иска. В следующий раз Реал 14 октября на выезде играет против Хетафе. В этом туре удалений не было. Если вы смотрите на нашем канале и другие чемпионаты, то знаете, что они также берут паузу в 2 недели в связи с играми национальных сборных к отбору к чемпионату мира. А в 8-м туре сыграют в пятницу 13-го Эспаньол Леванте, 14-го Атлетик Севилья, Хетафе Реал Мадрид, Алавес Реал Сосьедад, Атлетика Барселона, 15-го Эйбар Депортиво, Жирона Вильяреал, Малага Леганес, Бетис Валенсия и завершится тур 16-го в понедельник игрой Лас Пальмас Сельта. У Барселоны в таблице 21 очко, 23 гола забито и 2 пропущено. Севилья 2, 16 баллов. 15 у Валенсии и Атлетика 5, Реал Мадрид 14 очков, 13 забито и 6 пропущено. Внизу таблицы в зоне вылета Эйбар, Алавес и Малага, но все еще можно исправить, время есть. У Месси становится уже 11 голов, у Симона Дзэдзи из Валенсии 6. Рекомендую ролик под названием «Что ждет Барселону». Также смотрите жеребьевку Кубка Испании. И не забывайте смотреть на нашем канале каждую неделю выпуски Ла Лиги. Спасибо за просмотр. Ах да, и не забудьте поставить лайк, комментируйте, делитесь в соцсетях и, конечно же, подписывайтесь. Это абсолютно бесплатно.